Сергей Марков, бывший депутат Госдумы, заядлый путинист, сливает информацию о том, что многие в Кремле готовы к мирным переговорам и почетной капитуляции. Но, как всегда, злобные США не позволят, так как хотят полностью поработить Россию. Готовы, я, так сказать, полагаю, наши власти готовы пойти. Значит, там специально для канала «Путин в телеграм». Желающих почетную капитуляцию провести достаточно много. Это во-первых. Значит, ну, никто им почетную капитуляцию не даст. Они будут требовать настоящей капитуляции. И поэтому ничего не получится. Ну, а вежливо, так сказать, отвечать всем желающим, значит, попосредничать, вежливо отвечать будут. Это, так сказать, первое, что готовое, второе, что никто не даст эту никакую, да. Наши хотели бы сейчас по корейскому варианту таком, да, все, заморозить там бились. Но никто им такое не даст, удовольствие. Американцы не дадут ничего. Американцы идут к тому, чтобы всю путинскую команду посадить или расстрелять. Значит, соответственно, третье, что я сказал, они будут вежливо со всеми посредниками двигаться. Четвертое, ну, по этим причинам, ну, мало чего получится. Я убежден, что Владимир Путин это блистательный, талантливый и профессиональный человек на своем месте, который любит свою страну, и при этом он православный. И я глубоко убежден, что без благословения святых отцов он ничего на своем посту не делает. Тем более такие серьезные шаги. Маски сброшены. Что сделал бандитский режим в России? Мнение российского историка и политолога, доктора исторических наук Андрея Зубова. Далее цитируем. В России без церемоний только что запретили все, связанное с Андреем Сахаровым, как правозащитником и гуманистом. Одновременно проза Александра Солженицына исключается из школьных программ. Запрещена московская хельсинская группа, многие годы возглавляемая Людмилой Алексеевой, в почтении которой так недавно распинался Путин, навещавший ее и даривший ей цветы. Запрещен мемориал. Закрыто мемориальное кладбище финских солдат под Приозерском. В Царицыне, Волгограде, поставлен памятник Сталину. Россия вышла из всех международных соглашений в гуманитарной сфере. Мы должны обеспечить свободу творчества, вообще свободу вообще. Потому что без свободы, без всякого сомнения, нет движения вперед. На фоне продолжающейся жестокой войны против Украины все эти символические действия не так уж важны, но и они – свидетельство. Свидетельство того, что с либеральным прикидом покончено. Бандитский режим, правящий в России с ноября 1917 года, обнажил без всяких сокрытий свою истинную сущность. Нет уже отсылок к социализму, народной демократии, простите за глупое словосочетание, но именно так было. Советскому самоуправлению, гражданским правам. Все это, с усмешкой в усы, сохранялось Лениным и Сталиным на плакатах и почтовых марках для обмана полезных идиотов. Потом конституция, демократия, независимый суд, политические партии, выборы и общественные независимые организации сохранялись Ельциным и Путиным для обмана всего мира. И до того мир был обманываться рад, что мафиозную Россию приняли в G7, серьезно думали принять в НАТО и создать безвизовый режим с Евросоюзом. Многие люди в России и во власти, и вне ее тоже поверили в этот либеральный прикид. А вот теперь маски сброшены. Политический режим в России есть то, чем он был с самой революции, но без идеологических прикрас. Это не государство, не республика. Это организованное на пространствах России бандитское сообщество с когда-то сложной и продуманной, а теперь упростившейся до обычной воровской малины системой рекрутирования своей верхушки. Сегодня мы отмечаем день принятия декларации о государственном суверенитете России.
С этого документа начался отсчет нашей новой истории. История демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. Мы воруем за отчизну. В нем, в этом сообществе, нет ни грана коммунизма, социализма, демократии, гражданских прав. Им на все это наплевать. Как было по жизни наплевать и Ленину, и Сталину, и Брежневу. Им важна только власть над как можно большим числом людей, конвертируемая в деньги, которые нужны, чтобы сделать еще больше ракет и танков и завоевать еще большее пространство, и чтобы нормальные, еще не завоеванные народы трепетали и боялись бандита. Стоять бояться! Бойся! Мы идем! Гойда! Огромное большинство дорогих россиян, обманутые агрессивной пропагандой, лохи, лишенные значимой собственности, в том числе и собственности их докоммунистических предков, лишенные какой-либо возможности действительно избрать любую власть от поселковой до национальной, лишенные справедливого и беспристрастного суда за его полным отсутствием. Они становятся сейчас пушечным мясом на полях Украины. Мальчишки просто погибают. Очень небольшое меньшинство – это банда. У них власть, ограниченная только более высокой властью главных бандитов. У них немеренные деньги. Они живут не по закону, а по понятиям. Я правильно живу. И больше они не желают скрывать своей сути и надевать галстук-бабочку на международных приемах. Плевать им на все эти приемы и на все человеческое. Я человек, а вы грязь. Они празднуют годовщину ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, потому что это истинный становой хребет их власти, их боевая организация, их палаческий корпус. У нас даже появился термин такой «избыточная смертность». С 20 декабря 1917 года и по сей день это преемственно единая система подавления народа в России. Именно преемство репрессивной системы – лучшее свидетельство органического единства этого жестокого и циничного воровского режима на протяжении уже 105 лет. Власть наша воровская. Они сорвались в Украине, ошиблись, не смогли победоносно завершить СВО ни в неделю, ни в месяц. И теперь они в бешенстве и отчаянии отбросили все прикиды, обнажив свою сущность тоталитарной банды. Четверть века вооруженными силами руководят некомпетентные, вообще некомпетентные люди. Что может произойти с вооруженными силами? Вот, пожалуйста, вот он итог. Но назовите мне сегодняшние руководители Министерства обороны, которые имеют классическое военное образование. Ноль. Ни одного человека. Мало того, министр обороны у нас в армии не служил, военного образования нет, и пять заместителей в армии вообще не служили. Ну что это за Министерство обороны? Поэтому, что касается вот этой операции, ну я вам скажу, это трагедия для нашей страны. Это трагедия. Потому что гибнут люди, бессмысленно гибнут люди. Пригожинские бандиты, как и уголовники в сталинское время, для них социально близкий элемент. А вот честные и мужественные люди, противящиеся этой банде, такие как Сахаров и московская хельсинская группа, ненавистные им враги. Предатель Родины. Им не было и нет пощады. Только в иные времена их убивают тайно, а в другие откровенно и нарочито. В основе нашей политики – свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. Будет ли введена смертная казнь? Будут ли массовые репрессии, как во время красного террора 18-20 годов? Смертную казнь верните, потому что все ваши разговоры пожизненные, шможизненные, не играют никакой роли. Это не жестокость. Это на самом деле оправданная необходимость, и как мне кажется, в российском и белорусском обществе осознанная необходимость. Не очень понимаете, что такое отменить мораторий на смертную казнь. Давайте еще проще сформулируем. То есть, вы за или против?
Ну да, за смертную казнь, потому что так они не понимают. Да. Будет ли новый организованный властью голодомор, спрашивают меня. Да, все это будет, если народ России усомнится в праве бандитов помыкать им, если он проявит волю к сопротивлению. Нацисты отправляли людей в концлагеря на убой до апреля 1945-го включительно. И здесь так будет. Уже очень вероятно в этом году. Единственная альтернатива, которой сама российская власть, скинувшая все прикиды, помогает, осознать суть этой власти и уничтожить ее, как уничтожило в свое время человечество нацизм и фашизм. Тогда и только тогда нового голодомора и нового красного террора не будет, а Сахаровские центры и мемориал будут вновь. Что пожелаете россиянам на 23-й год? Смелости для того, чтобы ворваться в правительство и укушить Путина. А что Путину пожелаете? Сдохнуть.